Денис Маранин, и тема сегодняшней нашей встречи будет системный подход к занятиям или техника и музыкальность. И вот в связи с этим я хотел бы поговорить на самую главную тему. Еще. Почему при обучении очень важна методика? И что вообще означает это страшно? Самый главный вопрос, который задают многие. А может ли самоучка достичь тех же результатов, что и человек, который занимается по методике? Я вам для наглядности... мне пишет минус. Сначала вы должны составить план на день. Что вы делаете? Поэтому крайне важно уметь составлять план. И еще один важный момент. Неэффективности занятий. Еще один совет для достижения своих планов. Объясню, по какой причине. Это происходит у начинающих, это в основном квартиры, и слышимость в квартирах очень сильная, то очень важна... Про то, что пэды бывают... Я встречал. Это куки-пэды. То есть я вот на нем спокойно занимаюсь дома. Никто этого не слышит. Кстати, и своей семье я тоже не мешаю. Потому что их не раздражает такой стук. А от громких пэдов зачастую даже... жену, брата, ребенка может раздражать это. Вот. Что сейчас скажу? Таким образом, большую часть технической работы вам позволяет сделать пэд. Естественно, после этого вам надо будет сесть и адаптировать это к ударной установке. Но это уже гораздо легче, чем просто сесть за нее изначально и пытаться работать там. Естественно, после того, как вы отработали все технические моменты на пэде, вам необходимо адаптировать все это для ударной установки. После того, как вы отработали все свои технические моменты, необходимые для вас на пэде, это все необходимо адаптировать к ударной установке. Но это уже гораздо,
Гараждан. Естественно, после того, как вы отработали необходимые технические моменты на пэде, нужно адаптировать это на ударную установку. Ударную установку. Для ударной установки. Естественно, после того, как вы отработали... Меня уже ржачку берет. Так, теперь естественно. Спасибо.